Вот мы и приехали еще в одно отделение музея, пороховой погреб. Тёма, как твое состояние? Жалко узас. Узас. Вот узас, 35 градусов. Ну, посмотрим. Вас тоже снимаю. Заходим, заходим. Давайте. Ну, выходите. Здравствуйте. Как тут на будешь носить? Ну чё, вещай. Ой, я нет. Я нет. Ну тогда будем снимать Вику с Никой. Ну а что нас снимать? Просто снимай. Все подряд. Ну тогда буду снимать все подряд. Начну я с маски. Потому что дышать нечем. Зелень, зелень. Запах такой, как меда, вот цветочный. Ушко валяется. Вон, да смотри, пушка. Да, видел. На этой бабе лет немерено. Здесь должно быть написано примерно. Такая хорошая, не такой. 12 век. 12 век, лет 800. Столы древние. Кировать. Просто музей построен на земле, да? Где уже были столы. Ну, у нас сейчас и такими работают. Мама, да, возможно, как ты заезжаешь на улице? Нет, оттуда можно, сейчас пойдем. Я думаю... А, на башню ты же лазил на этот раз. Да, я думаю, там без проблем будет. Я давно не лазил. Погреб, ходим сейчас, охладим. Все бы вам в погреб. Конечно, экскурсия была бы интереснее. Тачанка! Махно еще ездил, да? Вот так вот выглядит тачанка. Где этот погреб? Ты тоже в погреб захотел, малыш? Да. Мама сказала, что там холодно. Так, может, тебя просто в морозилку засунуть? Вот и в дальше. Морозилку. Здесь смотреть будете после или сейчас? Да я не знаю, у нас же все вот Вика с Никой. Че? Вниз или вот дальше? Погреб, погреб, погреб. Пошли в погреб. Вика сказала в погреб. Вперед. Вперед. Ника первый. Ника. Победа первый. Ничего. Вот он и есть, пороховой погреб. Играют.
схемы. Сейчас та женщина по телефону заходит, может расскажет что-то. Да не надо. Бочек с вином нашел. Да еще хлану. Здесь порох. Из бочка. Вино. Как у меня в машине, не прохладнее. Что, Никус, нравится? Конечно, нравится. Тут прохладно, хорошо. Пистолеты кремниевые. Да не холодно тут вообще. Да? Я думал, это холодно, как в морозилке. А в морозилке еще холодно. А что, доченька? Ну, ух ты! Ну, это пальчик. Вика в погоне за лучшим кадром. Сотрудник музея. Ели его сняли. Да, я думаю, даже думаю, одежду искать не пришлось. Тут хватает всего. Опять обедает вот сюда. Вот да. Вот тут. Сюда в крайне. Тут был, да? Да. Давай посмотрим, что тут изменилось за 2 года, как нас не было. Ну, по-моему, стал почище.
даже заключенный в тюрьме до сих пор жив. Пойду тебе мне дорогу покажу. Вот так-то. Мам! Церковь реконструируется. Дома двухэтажные. Сегодня пойдем куда еще, а то жарко так. Можно и не так. Привет. Блин, наверное, сколько? Час, да, почти час. Может быть, домой, пока там что-то готовим. Петровская крепость. Петровская крепость. Еще Азовская крепость. На кого похоже? На человека. Ну что, балок? Я предлагаю здесь остаться. Тут прохладно, хорошо. Я тоже хочу. Смотри, матрешки. Я прихожу к Степанычу, как я попью. Такая вот была фигурка, она курила.